Тотальный диктант – это просветительская акция, которая проводится с 2004 года. По традиции городским координатором выступает Волгоградская библиотека имени Горького. Сложная эпидемиологическая ситуация не позволила в прошлом году провести диктант в традиционной обстановке. Но в эти выходные для жителей Волгоградской области откроются сразу несколько площадок. Горьковка, торговые центры, ведущие вузы города, такие как ВалГУ, Политек, Горхоз и другие. Автором текста тотального диктанта 2021 года стал Дмитрий Глуховский. Российский писатель, журналист и сценарист, известный по роману «Метро-2033». Специально для участников акции он написал 4 части текста диктанта. А читать его будут университетские преподаватели-филологи. Напомним, Волгоград присоединился к этой акции в 2012 году, и число участников тогда составило всего 97 человек. В 2019 году их было уже около 600. За прошедшие 9 сезонов около 4000 волгоградцев и гостей города прошли тотальную проверку знания русского языка.